Всем привет, с вами Чумной Доктор, и мы продолжаем играть в метро «Луч надежды». Немного не выспался сегодня, так что если у меня голос убитый, то не удивляйтесь. Так, продолжить. Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Пауки будут, блин. Я никогда раньше не был. Ненавижу этих тварей. И без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Не надейте. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Может, не стоит оно того, а? Может, пойдем обратно к немцам? Я даже знаю, что нас здесь дальше ждет. Лак висит, лик старый. Даже несколько. Черт! Идешь? Кто-то был? Пятый прием! Андрюха! Пятый на связи! Опа. Тушите там свет в тоннеле! Считай, они покойники! Есть! Покойники? С чего бы это? Засранцы светотруб. Свет отрубили нам, а? А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Подождите-ка. Нет, не открывается. Да не торопись ты так особо. У нас времени полно, но откинуться успеем. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Ну-ну. Особо не повыпендриваешься, знаешь, с этими пауками. Они на своих панцирь пока не перевернется, ты его не убьешь. Завал! Похоже, рванули туннель, и на пыль не смогли остановить. Опа. Да. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. Вниз. Вниз только если. Опа. Где ключи оставил я? Где ты ключики профукал? Артём, помоги открыть! Да пошел ты, знаешь, куда. Не хочу тебе помогать. Ты плохой дядя. Где я мог красненький ключик оставить? Или здесь? Здесь просто пистолет. Все, никак не поешь. Нет. Если только не плюется обратно, потом возвращаться оттуда, типа, сюда. Нету, смотри-ка. Ну, нет, так, нет, значит, не судьба. Давайте, мужики. Так, первый шмурик, первый смертник пошел. Пауки-то убежали. Опа. А паутины там! Шагу не ступить! Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное их не разбудить. Ну, мы обязательно разбудим. Черт! Они уже близко! Постой, Артём, не торопись! Теперь осторожнее! Ух ты ж! Тут все вроде чисто. Пошли! Ага! Вон бегают, блин. Блин, высоковато. Так просто туда не подняться. Ага. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Может, не стоит оно того, лица всех перебует, блин, это 100%. В принципе, что они подавали то, наверное, они же могли просто взорвать все это. Ай. Есть! Генератор в порядке! А шума-то сколько? Чисто! Прошу, покатаемся! Ну-ну, давай. Поехали. Сейчас будет весело. Ой, как. Какого? Что с ним?
Почему встал? Поехал. Тебя не смущает, блин? Это хранитель, что ли? Черт. Ну, давай! Не нравится мне дырка в потолке, блин. Услышали нас, суки? Черт, в самое логово попали! Где? Ой, господи, блин. Где они? На! О. Видел пузо? Вот в него и бей, верхний панцирь не пробьешь. Это ж какую она была? Артём, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернуться. Это ж сколько, какой толщины у них панцирь, раз, блин, патроны от калаша их не пробивают. Айда за мной! Ах ты, сука, ты такая! Гори! Живой, что ли? Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Дробовик бы, конечно, получше, хотя бы двухстволочку, блин. Так вообще ни о чем. Так, сюда! Огнемет бы сюда, это было бы весело. Идите, я здесь похожу. Охренеть. Больших тварей еще не вылупились. Большие не вылупились, нет. Высоковато. Ну, давай ты белый. Их. Эп. Двинули. Револьверчик. Опа. А дальше как? Снова они! Где? Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Давай попробуем. Нормально, сгодится. Нету, блин. Где отсюда, блин? Артём, давай сюда, подсоби. Панцирь сверху не пробьешь! Синий такой зло отдаленный был. Ты что, хочешь сказать сейчас? Давай! Давай! Нет, серьезно что ли? Серьезно? Нифига себе, блин. Гаси-то каба. Идите нахрен. Давай, кто первый? Гори! Давай, давай, давай. Мне кажется, твои, конечно, не очень хорошие идеи, но... Давай, я подсажу! Они внутри! О, ну же, я сейчас все. Иди сюда, быстрей! Ах ты, скотина страшная! Скорее, ноги в руки! Прикрываю, беги! Какие-то другие, блин. Готов? Пошли! Ну его нахуй пошли. Уи! Их еще фонарик не разбили, ребята. Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Бай, спаси меня! Что, твари, не нравится? Ну, здесь они нас не тронут. Поверхность, что ли? Ну. Артём, погоди, хреново без фонаря. Дай хоть факел сварганю. Разбил, что? Раз, два, три, я
Точка, Гэри! Скажи, разбил что ли еще, блин? Ладно, двинули! Что ты сделал с фонарем, походу, дело? А, по колено в говне сейчас пойдем. Я сейчас, веришь, нет? Чего? Черт! Артем, не отходи от меня! Стараемся. Мне жалко нет зажигательной гранаты. Ох, пригодилось бы, а. Давай, джоп, джоп! Какой-то другой смайк у него этот есть. Типа на спине этот есть. На спине типа этот, ну как его? Ну жопа типа. Как это по-другому нельзя как-то назвать. А эта комната зачем нужна? Не оставляй меня! Чёрта с два! Тут электрозамок! Провода вон туда ведут! Слушай, Д'Артанье, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. А ты не мог фонарь мне, ой, факел мне в руки дать, а? Чтобы я сейчас не мучился, там аварийное освещение. Не, не, это не хочу. Открывайся! Блять. Дырка здесь есть, дырка есть в потолке. Туннели и станции метро — лишь малая часть того, что было вырыто за долгие века в неподатливой московской земле. Князья строили себе тайные убежища, секретные лазы. Цари сооружали катакомбы и сокровищницы. И уже тогда, века назад, натыкались на гораздо более древние ходы, прокопанные не весь когда. Причем, возможно, вообще не людьми, пещеры, русла подземных рек. Никто не знает, что на самом деле находится вокруг станции метро над ними и под ними. Карт не существует, потому что картографы не возвращаются из своих экспедиций. Жуткие создания, обитающие в подземельях. Действительно ли они порождение радиации? Возможно, они всегда тут жили. Может быть, раньше они сторонились человека, а теперь чувствуют, что наш конец близок, что мы больше никогда не будем хозяевами земли, осмелели и показались на свет, подползая к нам все ближе, чтобы прикончить нас и поживиться нами, пока мы еще теплые. Все может быть, Артем, все может быть. Отрицать. Ах ты скотина, блин, вылупился, да? Где, 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 где? Так, патрончики. Вот тут целый арсенал, блин. Мне повезло пока что. Ой, я ему лапу отстрелил. Насрать, не побивает. Рикошет. Иди-ка сюда. Иди сюда. Нравится? Следующий. Сколько человек вы здесь сожрали, мне интересно. Вот тебе, мразь, гори! Подарок, блин. Нифига себе. Это я сделал бум. Натуральный. Здесь что-нибудь? О, спасибо. Ага, сюда я могу
А, там этот сидит. Наш братан. Гори, гори! Ты тоже гори, давай! Чё ты ему отстрелил? Значит, по-моему, ничего не загорелось. Света нет. Как там жили, так и живут. Талант не пробьешь, молочага. Открывай дверь, давай. Первый пошел. Давай. Если бы все это сгорело, вообще шикарно было бы. За мной. Что, все что ли? До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Блин, сейчас один момент, пожалуйста, я проверю, сколько серия длится. Ну, давайте все-таки 16 минут, я думаю, стоит завершить серию на этом. Спасибо всем, кто смотрел, всем пока. Увидимся в следующей серии. В следующей серии погуляем уже по поверхности. До скорого!